Повышение производительности труда – одна из ключевых задач, стоящих перед промышленными предприятиями Тверской области. Для ее решения в Лихославле прошло совещание о запуске проекта «Бережливое производство». Специалисты-консультанты совместно с рабочим коллективом радиаторного завода обсудили курс программы, направленный на оптимизацию процессов производства, а также увеличение их продукции. На месте побывала и наша съемочная группа. Проект «Бережливое производство» проходит в рамках национального проекта «Производительность труда» от Фонда развития промышленности. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Каждое предприятие, которое входит в программу, оно проходит целый курс. Оно где-то приблизительно 6 месяцев. Ну, где-то больше, где-то меньше, потому что каждое предприятие уникально и несет свои особенности. Стоит отметить, что Фонд развития промышленности Тверской области входит в структуру центра «Мой бизнес». На данный момент программа повышения продуктивности запускается одновременно на 12 производствах. Специалисты внедряют на предприятиях технологии бережливого производства, то есть максимально оптимизируют рабочие процессы и ускоряют их. В результате за то же время, без лишних финансовых затрат, компании начинают производить больше продукции. В первую очередь нам надо оценить и понять, что в первую очередь необходимо предприятию. Ну, мы знаем уже, что предприятие готово выпускать гораздо больше, поэтому наша задача вскрыть эти резервы, так сказать, выявить узкие места и помочь им их расшить, то есть, чтобы двигалось гораздо быстрее. Программа представляет собой 4 стадии – обучение рабочей группы, диагностика, внедрение мероприятий и экономическая оценка. Производство планируется поднять до высокого уровня, сделав продукцию предприятия более конкурентоспособной. Работа начнется с конкретного участка. Мы возьмем первым вот этот участок, на котором мы находимся. Это участок выпуска алюминиевых радиаторов. На нем мы будем учиться, тренироваться и выстраивать оптимальный поток. Напомню, что в национальный проект «Производительность труда» вовлечено более 3800 предприятий из 78 субъектов Российской Федерации. 15 из них представляют Тверскую область.